Недавно в жизни самых юных граждан Соснового Бора произошло радостное событие. Ребята получили в подарок целый город. Город, который называется Андерсенград. В каждом из нас живут имена сказочных героев нашего детства. И одни из самых любимых – герои знаменитого датского писателя Ханса Христиана Андерсена. Андерсенград – это и есть его ожившие сказки. Здесь каждый может выбрать занятие по душе. Покататься на велосипеде. Побывать на представлении в театре. В жаркие дни ребятишки с удовольствием купаются в бассейне, что находится совсем недалеко от башни Оловянного солдатика. И, конечно, всегда шумно и весело в кафе «Белоснежка и семь гномов». Андерсенград гораздо моложе своих посетителей, но он уже стал для них любимым местом отдыха.